Знаешь, забавно, я все еще хочу, чтобы доктор был здесь. Доктор здесь? Правда? Он вернется? Знаешь, бывает, смотришь на снимок знакомого, но он сделан за годы до того, как вы повстречались. Как будто бы он еще не совсем закончен, еще не доделан. Что ж, да, доктор здесь. Он пришел, когда я его позвала, как он и всегда делает. Но он не мой доктор. А мой доктор... Я видела, как целые армии разворачивались и убегали, а он просто довольно запрыгивал в Таргис, открыв дверь щелчком пальцев, вот так вот. Доктор в Таргис. Следующая остановка везде. Спойлеры. Нельзя открыть Таргис щелчком пальцев. Она так не работает. Для доктора работает. Я доктор. Да. Когда-нибудь. Как дела? Где другой Дэйв? Он не придет, прости. Если они добрались до него, то почему они не добрались до меня? Не знаю. Может, дело в опущенном забрале? Опущенном забрале? Ладно. Никто больше не увидит моего лица. Хочешь чего-нибудь? Дожить до старости. Вы можете что-нибудь сделать? Работаю над этим. Доктор, когда мы вас встретили, вы не доверяли профессору Сонг. А потом она прошептала вам на ухо слово, и вы ей поверили. В данный момент мне бы пригодилось такое слово. Что она сказала? Подарите мертвой девушке надежду. Ваши тайны будут целы и невредимы. Целы и невредимы? Что? Целы и невредимы. Никто не говорит сохранены. Все говорят целы и невредимы. Те данные, что в них было? 4022 человека сохранены. Доктор? Никто не говорит сохранены, все говорят целые и невредимые. Вы понимаете, что это значит? Целые и невредимые, значит, это буквально значит сохранены.